Во всем виновата щель в фасаде. Родители воспитанников детского сада номер 49 жалуются, что в группах холодно, и виновата в этом трещина. К моменту приезда нашей съемочной группы дефект устранили, заделали раствором. Впрочем, заведующая уверена, на температуру внутри здания щель не влияла, поскольку была не сквозной. В группе в данный момент 26 градусов. И тепло в этой группе всегда утверждает заведующая. В учреждении ведется постоянный контроль за условиями пребывания детей. А жалоба, скорее всего, появилась из-за родительских домыслов. Мол, если трещина есть, значит холодно. Полы теплые, сухо в группе. Дети выходят в облегченной форме одежды. Кадрами обеспечена эта группа. И всегда светло и тепло. И никаких нареканий у нас не было. Комфортные условия в группе – заслуга сотрудников. Коллектив детского сада собственными силами пытается поддерживать его в надлежащем состоянии. Чтобы соблюдать температурный режим, утепляют окна. Здание требует капитального ремонта. Когда приемка ведется в детский сад, готовимся к зиме, мы всегда с завхозом нашим обходим, значит, здание, где отколотые места мы замазываем, значит, швы, асфальт, вот фундамент всегда рассматривается у нас. Правда, пока строителей придется подождать. В этом году приведут в порядок 7-й, 11-й и 33-й детский сад. В них ситуация хуже. Но в республике действует программа капитального ремонта дошкольных учреждений, а значит, очередь дойдет и до 49-го детского сада.